32-летняя Анна Хилькевич боялась, что никогда не сможет забеременеть. Звезда сериала «Универ» жила с этой фобией вплоть до появления двух полосок на тесте и первых родов. Хилькевич призналась, что всегда опасалась за свое женское здоровье. Актриса боялась, что не сможет родить. По словам Анны, предпосылок к этому не было, но страх в душе присутствовал. «Просто я слишком сильно хотела родить, иметь своих деток, и поэтому боялась, что этого счастья я не испытаю никогда», — поделилась откровением Хилькевич. Она жила с этой фобией до 29 лет, пока не забеременела и не родила. Став матерью, Анна поменяла свои взгляды на жизнь. «Теперь актриса знает наверняка, что такое абсолютное счастье. В этой жизни мне очень многое приносит радость и удовольствие. Я очень люблю жизнь, но материнство – лучшее, что случалось со мной», – рассказала Хилькевич в своем микроблоге. Теперь актриса не колеблется в вопросе о том, что для нее главнее – карьера или семья. Телезвезда уверена, что никакие деньги и слава не заменят уют домашнего очага. Теперь между работой и семьей она выбрала второе. «Материнство перебило и перебьет все мои достижения, прибыли, карьеру. Когда я была совсем юна, всегда отвечала 50/50. Но сейчас я абсолютно уверенно могу ответить «семья», — отметила Анна. Лицо своей дочери Марии, которая родилась несколько месяцев назад, Хилькевич пока не показала.